Что здесь произошло? А вот кто-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потрескивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Ну как ты думаешь, что случилось, баран? Спали мне халупу, мастерскую. Все я потерял. Все. Следи за языком, не то я прибавлю тебе несчастий. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека, думал, они меня своим считают. Но все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе, так что приходится и на гарнизон работать. Лепаю пуглотые панцири, подковы ставлю, все такое. Нильфгаардцы не платят ни гроша, дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят, они думают, что я богатею на их несчастьях, сплю на куче золота, вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать, плюются при виде меня. А теперь вот это. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось, но я отдам тебе все, лишь бы ты привел этого сукина сына. Ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно, удачи! Сапог мужские, большого размера. Стружка от огнива. Поджигатель, похоже, зажег здесь факел, бросил его на крышу, а потом пошел в сторону сада. Смердит человеческой мочой и водкой. Снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Скотина! Следы ведут обратно в деревню. Вдобавок ко всему, он потерял башмаки. Не вошла кровь. Не сильно, рана была неглубокая. Тут след обрывается, но я смогу узнать его по ране. Когтей утопца. Это должно быть он. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя ебет? Ого. Он не только поджигатель, но и мастер остроумного ответа. Ну пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. Я с нелюдьми не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолюды из них наихудшие. Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи курют, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Послушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно.
Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил. Но что осталось, будет твое. Я, в отличие от сорок и краснолюдов, не жадный, так что ты меня не подкупишь. Ах ты, сука! Сейчас ты у меня получишь! Успокойся и иди со мной. Что это у тебя с рожей? Я должен извиниться. Подъем! А? Что? Что происходит? Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. Лепелка? Ты? Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. Но с меня хватит. Эй, солдат, на минутку. Нет, Вилли, умоляю, я выпил. Не знал, что делаю. Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьмак его поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение — саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его! Уж теперь тебя в деревне полюбят. Уж теперь любись они все в жопу. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да не важно. Твоя награда. И, кстати, я ж кое-что успел вынести из пожара. Да и наковальня цела. Кое-что могу выковать. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Покажи, что у тебя есть на продажу.
Бывай. Приветствую. Дай-ка. Береги себя. Приветствую. Береги себя. Приветствую. Береги себя. Но!
Жалкое зрелище. Ну давай! Это место силы. Ooh.
пошла. Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Призраки там завелись. Уж лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас спохватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки, а после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя Люба выпила пол кувшина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво или брашки, а воды как раз, непременно чистой. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно, а он и подойти никому не позволит. Опиши мне этого духа. Ну, страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гробу встала. Платье на ней грязное, все изодрано, кожа прямо кусками сходит, а воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак. Или альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак. Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Мне жаль тебя, но работа есть работа. Надо обсудить плату. А что не так с платой? Вот и договорились. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В Хущах. Это хутор такой был, к югу отсюда, на пригорке. Никто туда не заходит, потому как дух, понимаете, прогоните его. Очень прошу. Странно. От духа ни следа. Может, он появляется в определенное время? Трава вокруг колодца выжжена. Трава вокруг колодца выжжена.
кажется. Тело высушено, следы ожогов. Судя по всему, это полуденница. Что-то привязывает полуденницу к этому месту. Какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир. Следы крови почти исчезли. Но нитка крови по-прежнему видна. Что-то не так. Труп повешен на веревке от ведра. Похоже, это хозяйка дневника. Широкий таз, маленькие челюсти, женщина, судя по зубам, лет 30, без левой руки. Надо сжечь останки, а перед этим понять, что связывает ее с этим местом. Может, у нее на руке был мужнин браслет, и кость потому и отвалилась? Придется прыгать. Надеюсь, не переломаю ноги. Удачный браслет с гравировкой Ларри от Волькера. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Отличная работа, но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе полуденницу не изгнать.
Надо подготовиться. Сделать масло от призраков, выпить эликсиров. И браслет. Игни. О, сработало. Дело сделано. В колодце поселился дух женщины, которую там убили. Я его прогнал. Только бы каждый непогребенный бедолага не начал вот так вот призраком являться. А то из-за этого поля битвы нам одни хлопоты будут. Если что, имейте меня в виду на будущее. А пока что... Клара, Волькер, говорят тебе что-то эти имена? Не знаю таких. Хотя травница наша Тамира вспоминала как-то какую-то Клару. Может, о ней и речь? Ваша награда, мастер. Золото, что я для Любы в приданое собрал. Без вас бы она до свадьбы и не дожила. А так есть надежда. Что-то сомневаюсь, что мне приданое пригодится. Сохраните деньги Любе на свадьбу. Выпейте тогда за мое здоровье. Спасибо, милздарь ведьмак. За доброе сердце, за теплое слово. Но с пустыми руками я вас не отпущу. Возьмите хотя бы это. Thank you.